запланированы на следующей неделе учения совместно с МЧС. Вот. Это дополнительное мероприятие, чтобы все службы в случае какой-то экстренной ситуации были готовы. У нас есть база для клинических исследований потенциальных инфекций на соответствие именно вот характеристикам коронавируса. То есть есть тест-исследования в этой базе. Это Федеральный институт имени Блохиной, который находится в Нижнем Новгороде, в Приволжском федеральном округе. Это единственный такой институт. Кроме того, у нас есть 4 инфекционные, специализированные инфекционные больницы. Это помимо отделений, которые присутствуют, они тоже готовы к локализации.